Прокуратура не дает реализовать крупные инвестиционные проекты в регионе. Такое мнение высказал председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили после встречи с одним из иностранных инвесторов. Речь идет о строительстве крупного торгового центра на улице Средней на территории автотранспортного предприятия. Инвестиции в проект около 80 миллионов долларов. Проект обеспечит работой более 1100 человек. На период строительства здесь будут работать около 2000 человек, строителей. И, как вы видите, в бюджет города, это был один из вопросов к главе ОДА, да, перечисление денег в бюджет поступит прямых платежей 38 миллионов гривен. Мы уже ведем этот проект около 2 лет. Да, пока мы сталкиваемся с противодействием прокуратуры. Они объявили, что строительство вот этого современного центра, разрешенного горсоветом, невозможно и является криминальным деянием из-за того, что согласно генеральному плану 1989 года в Одессе этот универмаг не предусмотрен. То есть они говорят, что бы ты ни начал в Одессе, придет прокуратура, это все прекратит. И более того, возбудит на тебя уголовное дело. И более того, я хочу сказать, что ни одного человека пока еще за это не посадили. То есть все уголовные дела заканчиваются закулисной сделкой с этими прокурорами. Саакашвили пообещал предоставить информацию генпрокурору, а также заверил представителя инвесторов поддержки, в том числе и в суде. Однако в областной прокуратуре говорят, еще в понедельник ведомство отозвало свою жалобу из касации. Нам цей процес був відомий, тому що ми розглядали звернення відповідно керівників вказаної фірми, інвестора. І ще в понеділок ми прийняли рішення про відкликання касаційної скарги, яка подавалася ще в березні. Прокуратура області ревізує своє рішення. Ми готові завжди конструктивно працювати з інвесторами, з органами державної влади і робити все, щоб інвестори приходили, і економіка розвивалась, і дотримувалася вимоги закону.